друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня ну, опять новый ролик после его денег, ё-моё. Кирюха Варпач, Макс Флэш. И сегодня будем играть из CSGO. Всем здорово, ребята. Вот другое дело. Ой, как раз я зашел посыпать. Короче, ребят, смотрите. Сегодня мы открываем 50 кейсов расколотой сеть. В этот раз сегодня мы решили устроить такой, знаете, небольшой чил, потому что в последнее время было слишком дофига всяких интересных контрактов. И как бы денежка закончилась. Ух, вот, какая надо подождать немного, бомбил, поэтому бля. Мы сегодня открываем просто 50 кейсов расколотая сеть. И на самом деле, давно ничего нехорошего не падало. Какая из кейсов, возможно, какая это из. Может быть, сегодня упадет. Да. Может быть. Может быть, да. Только вот это ключевое слово может быть. Но я надеюсь, хотя пока что-то такое себе как-то падает на самом ой, деле. Какая жизнь, но! Если нам сегодня выпадет нож, ребята, это будет просто прекрасно. Это будет просто превосходно. Нахер нож нужен. Не-не-не-не-не. Ну, нужен. Ты еще как нужен? Ну вот смотри, я как да понимаю, такую женщину Макс как увидел. Ну сразу видно, что настроен так пессимистично, типа, да, но не смысл? Выпадет. Я просто такую женщину увидел. Все. Какую, что? Какую? Все, я просто вот не знаю, вот она влюбился? Не уш... Я вот не ушиблась ли она, когда падала с небес, такой вот ангел, ну вот реально. Ты про кого говоришь, про Андрея, что ли? Про женщину говорю, а Андрей, это животное, блин. Она такая, да. Что это за вот мазаль там такая тогда, Максим, а? Пока вообще ни единого, ни одного намека просто на то, что сегодня что-то выпадет нормальное. Вот только перья какие-то, Андрюшины, тут вылетают нам по КД только и все. Я не знаю, сколько есть открыть Олег, снова, да? Снова, чтобы что-то нормально выпало. Потому что реально вот в последнее время, вот реально после того, как нам выпал Гунгнир, у нас просто полоса невезения. Когда а? Французский кейс, где можно будет просвечивать? Или это вранье? Да вроде это не вранье, писали в комментах, что так работает. Давай, я покажи. Я просто постоянно забываю про французский кейс с этим ВПНом и так далее. Вообще нигде. Понятно, ВП пролетело, да, спасибо. Она недорогая, зачем она? Она, чё, она стоит? Не, если прям завода, сколько обычная, она там, 500 рублей? Она 1005 стоит, ты чё? Ну, как раз, как я говорю, 500 рублей. А если и статрека выпадет, то там еще... Хотя вроде я статрека ни разу не видел, поэтому... Никакое тебе красное не выпадет, даже желтое не выпадет. Ну где ты нож? Ножик! Ну где ты ножик? Ну где же ваши ножки? Мы какую серию открываем кейсы? Вот сколько серий подряд мы открываем кейсы? Нам даже тайны не знаю, классику пытаются... Нам розовые пушки так редко падают. Вот я ребенок 90-х. Вообще бред. Ну где же ручки? Ну, где же ваш? Олег, ты, блин, ты под стол в горшок ходил, блин, трек вышел. Я завод под этот я трек. Я 99-го года рождения, слышишь, я 90-х. Какое 90-х? Вчера наткнулся на плейлист в Ютубе, называется «Верните мой 2007-й». Так, мы открыли 20 кейсов, покупаем еще 20-ку и открываем дальше, ребят. Пока как-то все грустно и безуспешно. Дом покажи. Пока все как-то реально такое себе. Но, в любом случае, надежда умирает последней, мы будем идти до конца, мы это открываем все кейсы, которые мы а ты с камеры записываешь? Да. Кой, закрой ее, пожалуйста. Так будет лучше. Ну и, конечно, черный песок должен был выпущен. Но у нас еще пока есть ключи. Ставь лайк, если твой организм состоит больше, чем на 70% из воды. Тогда нужно поставить лайк все, ребята. Да. А ты думаешь, как байт работает? Вот оно что такое, вот, да. О, ну наконец-то. Только она стоит, по-моему, после... Колония. Она рублей 200-300 стоит. Какое поселение, блядь. А это единственное, что нам падает из этого кейса. За расколотую сети мы только это и выбиваем. А, потому что ты меня позвал, там, и Андрюха еще позвал, пытался, и поэтому колония тебе падает. Давай, если тебе выпадет сегодня что-нибудь... Из ножа я, короче, не знаю, буду извиняться на коленях опять. В смысле, типа, если нам падает нож, ты снова извиняешься на коленях, да? Да, ну потому что, ну именно в этой серии, типа, и не сайт, а именно с КС-очки, поэтому я подводные камни, блядь, все знаю. Хорошо, что уточнил, это молодец. Конечно, конечно. Ну давай, посмотрим, давай. Именно в данный момент из кейсов в CSGO. Ну да. Как бы понятно, ну у нас осталось... У нас осталось 10 кейсов, как бы, если сейчас отсюда выпадет нож, то ты извиняешься на коленях, да? Видел, у нас осталось 2 кейса, пацаны, ровно, вы понимаете, что все. Олег, смотри, мы смотри, открыли тут 50 в прошлом кейсе наши инстаграмы вылетели, Олег, да. Олег, смотри, тут все в моих инстаграмах, да? Петровчик лучший инстаграм, да. Я не заметил как-то, Макс, этого, что-то там не пролетело, по-моему. Вот, сейчас опять будет. Было. И последний кейс, дорогие друзья, тут еще варпачер, прямо варпачер, сейчас да, на ваших глазах, и это блин, NP7, на ваших глазах.
фанера. Ребят, я не знаю, как каждый охотник желает знать, где найти такую пушку. Каждый охотник желает знать. Ну все, друзья, наконец-то мы с вами переместились на sitebolestrop.top. У нас на балансе 4975 рублей. И сейчас мы с вами. У нас задача такова сегодня. Выбить из апгрейда сегодня что-нибудь крутое. Что-нибудь супер дорогое. И я надеюсь, у нас получится это сделать. Итак, надеюсь. Ну, мы, конечно же, начинаем с тайного, правильно, пацаны? Или что-то другое? Естественно. Ну, или что-то другое. Давай. Зачем? А что зачем? В смысле, а что не так-то? Ну, давай, давай тайный крутанен 7 раз. И нормально. Ой, зря. Да почти. А вот шепоту. Да зачем? Уже поздно, парни, в любом случае, уже все. Че у вас там? Ой, нет. Ой. Ой. Да. Ой, плохо, это че ты? Ой, хорошо. Макс, может, ты сразу подключишься как? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Понял, спасибо, Макс, спасибо. Так, Кирюх предлагал случайно АК-47, да? Да, АК-47. Сака. Сака. Ну давай. Зря. 10 раз. Да почему зря? Макс, ты если говоришь зря, то ты говоришь хоть что нужно открывать там. А просто зря. АК-47, хорошо. Зря. Картель, хищник. Ой. 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 А я говорил, я говорил. Так, Макс, давай, что нам тогда открыть? Он колени выглядит. Чего, я? Да. А я-то при чем здесь? А мне обидно, то, что я занялся. Никто тебя не просил, ты сам захотел. Ну смотри, давай, вот сейчас я тебе говорю, что делать, и ты делаешь беспрекословно, понял? Давай, давай, давай. Беспрекословно. Просто, ты согласен. Давай, ну. Во весь экран появляется Инстаграм. Не, ну, все на сайте, в пределах. Все, вот, все, смотри. Открывай eSports на все деньги. Так, давай, открываем eSports, киберспортивный. Там 6, наверное, контейнеров. 7 даже хватает на 7 контейнеров, погнали. Так, подскилл. Так, смотри, ой, продавай. Нормально. Давай, открывай 6 раз. Давай, 6 раз открываем. Я наблюдаю за тем, что вы делаете, но... Что-то как-то, парни, мне это не нравится. Что-то мы как-то это сливаем, что-то вот прям смотри, сегодня... заходи в контракты. Ну все, в контракты закидывай. Будь здоров, Кирюха. Спасибо. Ой, а кашель-то сухроват, да, сухроват. Ты что, и делаем из всего давай, этого да, контракт? Давай, смотри. Ты что, нам прилетело? Мы будем делать бизнес. Продавай, все, сейчас. Но ты меня просто не слушал, вот ты сливаешь. Ты говорил калашек открыть, я открывал калашек. Нет, ну так я же только про калашек сказал, а дальше там план был целый. Вниз. Давай, вниз листаем. Огонь и вода. А, огонь и вода, ну давай. Там два раза. Два раза только. Можем открыть его только два раза, что за бред? Почему? Почему все так? Еще один раз. Давай, еще один раз открываем. Открой один раз тайно. А сейчас у нас, ну, вот сейчас, если мы не сольем, конечно, если у нас... Не сольешь, открой один раз тайны. Кирилл, тебя он сегодня не слушает, он сегодня слушает или нет? Нет, Кирилл, я бы с радостью открыл тайны, но боюсь, на него сейчас денег не хватит. А у тебя ничего в инвентаре не осталось? Всё, ничего! Не, подожди, может что-то было, погоди. А, нет, вообще ничего нет. Значит так, друзья, ситуация такая. Еспорт на все деньги. На балансе у нас 6300, мы закинули еще деньги. Тайны. Еспорт. Давай. Понял, Кирилл? Если мы эти деньги сольем, то это будет, конечно. Ну тогда давай, да, так, Макс, на да. тебя уж тогда все это. Все на вы Макс спирал. Давай так, смотри, мы открываем eSports, потом Кирюха нам говорит, что открывать. Да. И так по очереди будем. Так, и че? И... Сколько там? Заебись. Вот это другое смотри. Дело, ну. Вот теперь теперь вот, Кирюха говорит, что открывать, Макс. Ты должен был мне... Ну ладно, я разрешаю. Кирюха, разговаривай. Тайна. Тайна открываем, да? Так, тайна. Кирюха, раз. Давай разговаривай. Давай, 10. А почему 10? Он не сказал сколько, блин. Ну так ты тоже не говорил, а потом максималочка, максималочка, конечно, максималочка. Я уверен, что Кирилл имел в виду максимальное количество. Мои деньги не сливай. А мы Пенни Онуар. 5-7. Так, а что еще тут? Что-то... А, ну мы eSports весь ограбили просто. В любом случае мы в плюсе, это хорошо. Смотри. Так, Максон, давай. Апгрейд. А, уже? Да. Ну, может, еще под... Нет, сумму.
Так, хорошо. Сейчас поделю. 3000, да? Тогда это давай что-нибудь до 13 тысяч? До 10 где-то. До 10 тысяч рублей. Ну давай что-нибудь за 10. Ну вот что? На что играем? Hot Rod M-ка. Вот на нее играем. Да-да-да. И 3К ставим, да, получается? Да, там 3 с копейками можешь поставить. Ну вот это... Ну вот так вот. 3500 это много, ну ладно, пофиг, давай. Ну давай, попробуем, давай. 33%. Ну да, возможно. 33 коровы и бутылка молока. Еще раз. Еще раз. Классно. Что, прям так? Еще раз. Да, еще раз. Сейчас будет. Будет. Еще нажимаем на апгрейд получше. Да. Погнали, давай. Если ты его выбьешь, то в любом случае в плюсе. Все, будет. Нет. Вот давай. И сейчас он выпадет all in. Давай все сумму ставь. Да, конечно, сейчас он точно выпадет. Ты в минусе будешь на 200 рублей, лол. Да. Давай. Вот сейчас он точно выпадет, да? Если он выпадет, сейчас да, должно, да. Сейчас должно, да. Третий раз, это уже... Да. Бля, Олег, а что ты такой лох сегодня? Знаешь так, друзья, мы закинули еще 6-ку. Ну вот, и я надеюсь, что сейчас мы все-таки ставь не собьем. Нет. Знаешь, надо вовремя останавливаться. Вот, пацаны, ты сказал, что ты будешь меня слушать, блин, я вам стадион. Сейчас, а до этого я тебя, хочешь сказать, не слушал ни разу. Плохо слушал, я тебе говорю, сейчас идеальный смотри, план Макс, действия. Смотри, просто чекай, что ты сейчас. Ты просто минус бабки, бля. Но это мы окупили. Апгрейд. Уже прям сейчас? Да, всю сумму ставь. Да ты семеру? Да, выбирай скин за 20-ку, бля. За 20-ку ты прикалываешься? Да. Мы же сейчас самый сольем. Дорогой, вот 19900. Вот стиль, это? Нож, да. All in. Ставь all in. Все, погнали, все, изи. Сейчас апгрейднется. Изи, просто изи, но не типа, благодари. Ну типа, не может не апгрейднуться. Изи, не благодари просто. Отлично! Так, а что дальше играем, пацаны? Я не знаю. Нет. Ты вернулся, в плюс вышел, У нас вначале было 5000, потом 6000, еще 6. Помни прошлую серию? Я помню прошлую. Ты в плюсе на 3000, поэтому не надо. Да давай еще. Бля, ну сейчас же сольет. Ты нормально, ну, Кирилл, а пускай он делает на свой страх и риск. Да, пускай. Давай посмотрим. Как заговорили, смотри. На свой страх и риск. Ну давай, ладно, посмотрим, что у нас тут интересного такого можно выявить. Нерентабельная трата 20 тысяч, ну ладно, давай. Так, что у нас здесь? А если вот так вот сделать, например, или сразу вот так вот? А, ты побольше шанс смотришь, да? Да, смотри, он специально побольше шанс. Или вот так вот. Ты выбери, где, блядь, вообще 90% будет шанс. Ну да. Подешевле скин сделай за 15 тысяч. Или вообще продаем вот этот нож, открываем просто на него вип-кейсы. Это сколько? Это мы должны 2 вип-кейса открыть, да? Ну и там плюс попадает, кейс 4 ты откроешь. Да, там попадает там, по 1000 рублей. Там, ну да, как обычно это бывает. Короче, ладно, была не была, пацаны. Надо было остановиться. Да! А я говорил, пацаны, да? Я же говорил, ну! Да это рандомно залетело, очередная какая-то. Ты реально рандом залетел. Но это круто, это круто. Конечно. Керамид дублер. Так, а что дальше? Это прикольно. А что, какой next уровень там вообще? Ну-ка. Да хватит некставать, ты заиграешься сейчас. Забоишься скоростной дверь закрафтить. Я хочу этот нож! Нет, скоростной зверь забоишься. В прошлый раз ты на нем и слил. Да, я знаю, я знаю. Перчатки за сотку охуенно красивые. Какие вот эти перчатки? Не, мне они вообще не нравятся. Мне вот большой тоже нравится. Блин, он 69 стоит. Но у нас 56. Кстати, странно то, что у нас всего лишь 56%, учитывая, что у нас как минимум. Слушай меня. Не, нормально, это 56% где-то. Ну там, может, чуть побольше даже. Ты хочешь перчатки, Макс, чтобы мы попробовали вот эти 39%, ты чё? Бля, я тебе 37%. Не, Олег, ты в прошлой серии слил и не получил тот нож. Давай, если сражаться, то тот за тот нож. Нет, ой, блядь. Конечно, короче, друзья. Братуха, мой совет за 100 тысяч сейчас выпадет. Не, короче, друзья. Не выпадет, на колени встану, давай. Сейчас будет просто трипл килл. Сейчас будет тройная победа. Сейчас мы просто. Олег, сейчас будет тройное проникновение в тебя, потому что ты ничего не получишь.
Мы сейчас выбиваем этот нож, друзья, и, собственно... Если ты его не выбиваешь, лайк. Олег, ты встаешь на колени, извиняешься. Нет, перед кем? Перед собой же! Передо мной. А я на ролике посмотрю. Давайте, пацаны, готовы? Да, встаешь на колени, давай. Поставьте лайк, поставьте лайк. Потому что это жесть, это жесть. Смотри, он не выпадет, он перед нами на коленях будет полный, знаешь. Я думаю, выпадет. Я думаю, выпадет. Должно, должно, должно. Да! Выпадет! 69 тысяч, да! Я говорил, что тебе надо теперь его же! Сотку, нет, все, не, стоп, не, остановись, стоп, блядь. Стоп, все, стоп, все, уходим. Все, как все, пока, всем все, до свидания. Все, 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 все. Короче, друзья, это просто легендарный момент. Все, уходим, уходим, просто уходим, уходим, тысяч. Уходим. Пишите в комментах, что они с ним делать, забрать или оставить на следующую серию и засунуть ее в апгрейд. Ведь, Олег, знаешь, куда засунуть? И смотрите, мы можем побороться за МК Вой, можем побороться за АВП Принц, за вот эти перчатки, за вот этот керамбит, за вот этот коллаж. Ребят, пишите в комментах, что нам с этим делать. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофи, Кирюха, Варпач и Макс Фреш. Не забывайте подписываться, все полезные ссылочки находятся в описании. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока, друзья.